Друзья, это небольшое видео, как пользоваться навигацией по каналу и как пользоваться картами, которые я создаю в сервисе моей карты Google. Если вы видите хэштег TripMap в посте, то по этому хэшу вы можете отфильтровать все посты, в которых есть карты. Там есть какие-то впечатления, описания, фотографии и так далее. Для того, чтобы попасть на нужную карту, вы можете ее найти сразу в списке. Этот список доступен по хэштегу TripMapAll. Здесь он будет дополняться. Сейчас здесь есть 13 карт. Итак, например, открываете карту. Для того, чтобы попасть вам на нужный маршрут, выбираете начальную точку. У каждой карты есть описание, чтобы вы как-то сориентировались. И навигация, которая подключится просто к обычной навигации с вашего телефона. Выбираете начальную точку, ставите маршрут и в путь. Направляйтесь на север. Поехали. Направляй. Под разными фишками я пишу описание мест. Например, вы можете почитать, кликнув на подробнее, что это за дом, когда он был и кем построен. И таким образом сохранить себе значительное количество времени, которое вы потратите на поиски этой информации. Вы просто гуляете и читаете по ходу заметки. С любой точки вы можете построить свой собственный маршрут. По городу маршрут не указан, потому что это очень маленькая территория. Но когда маршрут не указан, допустим, и на больших расстояниях, то значит там достаточно дорог и в них нет особых вопросов. Всем хороших путешествий, интересных новых впечатлений!